самое. Нам надо придумать, чтобы было прикольнее. Ну не просто же пить. Да. А в каких-то моментах. Я не знаю, короче, надо что-то говорить. Какие-то тосты. И в каких-то моментах пить. Ну, я думаю, что пить можно, когда какие-то фраги. Либо мы просираем, либо мы кого-то убиваем. Точно, точно. Так? Да. А, что мы будем говорить при этом? Давай 3-3, да? И нам надо как бы побыстрее сделать какой-то фраг, потому что у меня рука тянется к кружке. О. Блин, а я тут сижу просто так. Привет, надо. Ислам, как дела? Хорошо, пиваса купил, говорю. Да, да, но тут проблемка оказалась, я не смотрел на срок годности. И что, оно просроченное, хочешь сказать? Первая бутылочка вкусная, я уже распробовал. Вторую я пригубил, она оказалась не очень. Третью, ух ты, тут новые хелс-бары. Да. Короче, третья это будет для меня сюрприз. Хорошая она или нет. За знакомство. О, точно. Привет, Крон. За знакомство? Ну, я пока не придумал ничего, так что будем за знакомство. Это у нас за знакомство. Окей, за знакомство. Привет. Это мой лучший тост. Я всегда говорю за знакомство, когда мы с друзьями бухаем. Пиздец, блядь. Надеюсь, ты купил лучший одеколон на районе. Я не пью одеколон. Я интеллигентное быдло. Я сосу пивасики. Стоп, а я же не... Ага. Ай! Ну, было близко. Это если мамка увидит... Нет, я позвонил твоей мамке и сказал, что сегодня я занят. Она не увидит. Я за это выйду. У меня закончилось. Есть! Нет! Добей его! Да, 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 я сдох. Нормально. До знакомства. And building stacks. Мне этого должно хватить на весь час. Отлично. Окей. Да. За знакомство. Привет, тортик. Пью пивасик. А, да. Офигеть, Немезида ульт заюзала на меня. На меня ульт заюзала. Ну, как... Да твою мать, блядь, как? Ладно, окей, я не думал, что мы сольемся. Какого, блядь, хуя? Кто меня подбросил? Так, сколько там слилось? 2. Бухаем. Герои шторма мне не нравятся как моба, потому что там артефакты нельзя собирать. А герои меча и магии мне не нравятся в целом, потому что они говно. Я играл в герои 5 и лучше героев 5, только герои 3. И все. Лучше? Блин, ты куда убежал? Я спасаю свою тушку. Иди сюда. Спасай. Ай-яй-яй. За знакомство. А почему ты пьешь только за знакомство? Потому что у меня нет фантазии, а я больше тостов не знаю. Прыгни. Блять. Мне кажется, мне уже хватит. Было приятно с вами познакомиться. Офигеть. Бухаем. Меня убили. Как это произошло? Ой, вали. Я выжила. Я хочу себе этого Аполлона. Он же охуенен, просто посмотри на него. Посмотри на эту прическу. Он же такой крутой, ну блядь. Умри, сука. За знакомство. Да. Да. Что вы там забыли? Нас сейчас разъебут. Так ты ж с нами должен был пойти. Я могу почистить. Да. Все, я ухожу. Спасайтесь. Смотрите, мы ФБ сделали! Блядь, мы ФБ сделали! Спасибо, ребят! Нормально? Мы тебя защищали морально! Ты просто не видишь, но мы всем сердцем были за тебя! Давай, съёбывай, что ты там забыл? Вали оттуда, нахуй! Идите сюда! Я валю, все, я уже ушел. Кстати, а вы знаете, что сейчас произошло?
мы ее познакомили. ФБ сделали. А, да, за знакомство, точно. Клип, давайте в этого пиздюка все. Хоп, застанил. Ну, давайте, убейте его. Есть, компай. Да не, я все молодец. Добиваем, 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 второй компай. Ну, топи же тройку, тройку заюзай ему, вали оттуда. Да на КД у меня тройка. Ладно. Я промазал, простите, ну ладно. Кампай. Кампай. Я промазал. Все, вторая бутылка официально закончена, третья. Да вы, блин, надо... Нифига себе, она жесткая такая. Нихуя себе! Она не открывается! О, все нормально, пошло. У меня еще нольпяшка осталась. А у меня еще литр. Давай еще кого-нибудь. Да ничего неплохо! Ульта! Ебошим его. Я почти. Он заультил в меня, но я выжил. Компай. Все, Феникса, танчите. Я думал, что кто-то зайдет. А вы говорите, что нет. Ну потому что Артемида кусок имбы. Да. Меня не похиляли. Блин, ну ты далеко стоял. Я же не виноват. Все, я бью Титана. Что, у меня сейчас ульт будет. Ой, блядь. Да ёб твою мать, как а? Как я так умудрилась сделать? Не знаю, ты я у меня ушел. Да ёб твою мать, ну что за пиздец, мы выиграли! Иди в жопу, Маша, блядь. Первый раз. Потому что Артемида 8-4. Иди в жопу, Маша. Сука, ты впиздила мой фраг из-под носу, блядь. Хочешь понюхать? Иди в жопу. Главное, что мы выиграли. Хуйня, блядь, она мне попиздила все фраги. Вы пополнили клановый квест. Да в пизду клановый квест, ты мне фраги спиздила, блядь. Она 8 фрагов сделала, охуеть. Если бы они знали, что просто пьяная девочка убила их 8 раз. Да потому что я охуительно играю за Артемиду. Ну, не говорите, Артемида. Прикинь, если бы эти парни смотрели стрим, как бы они хуёво себя чувствовали, если бы они проиграли против таких трёх конченых, как мы. Боже, как было бы круто, если бы в этом режиме можно было прыгать на фонтан, прикинь? Да. Это было бы нечестно. Это было бы слишком изи. Да ладно, я хотел как герой. Ультануть сейчас и всех я спасти. Тоже я тоже хотел. Я камень кидал. Что? Ладно, ребят, это последний матч, я пойду спать.